Президент России Владимир Путин недавно подчеркнул, что стране очень нужны высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Олимпиады для рабочих рук и призваны повышать престиж этих специальностей. Третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» от движения WorldSkills International по компетенции малярные и декоративные работы прошел на базе Славянского электротехнологического техникума. Участники соревнований – пятеро молодых ребят из профессиональных образовательных организаций Сочи, Армавира, Тимашевска, Кореновска, Славянска на Кубани прибыли на престижные соревнования после серьезной подготовки. Их цель, конечно же, проявить свои лучшие качества. Как говорится, людей посмотреть и себя показать. И участников, и экспертов приняли здесь радушно, представили все необходимое для работы. Славянск на Кубани нас встречает всегда достаточно организованно. Все вопросы всегда решаются заранее. И гостеприимство, конечно же, ну это мы только слова благодарности говорим. Очень теплая атмосфера. Цель чемпионата не только выявить сильнейшего среди его участников, но и популяризировать рабочие профессии. Именно поэтому сюда были приглашены участницы национальной сборной по малярно-декоративным работам. В Славянске я уже была, здесь проходили также до этого в том году два чемпионата, поэтому ну, это уже довольно-таки родная площадка. На данный момент я поддерживаю Краснодарский край. Участницы национальной сборной Ольга Ячменева и Валерия Болванова дали мастер-класс по программе «Наследие». Любо-дорого было смотреть за работой прекрасных мастеров, которые действовали очень умело. Учащиеся многих школ города и района приходили сюда на экскурсию, чтобы больше узнать о популярных профессиях. Судя по всему, им это удалось. Я люблю свою профессию и хочу достичь высоких результатов. А что для этого нужно делать? Больше стремлений и больше работы над собой. В ходе чемпионата конкурсанты выполняли такие задания. Поклейка обоев, подбор декоративного покрытия, заданного экспертами. Выполняли модули фристайл, жесткая фреска, дизайн и фреска на скорость. Эксперты строго контролировали соблюдение конкурсантами правил поведения, техники безопасности, регламента времени. После тщательного анализа всех работ и подведения итогов победитель чемпионата будет определен немного позднее. Именно он будет отстаивать честь Кубани на национальном первенстве. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».